Этот сезон программы «Сильный духом» мы решили посвятить тем, кто неустанно работает на благо других, кто, не жалея сил, времени и прочих ресурсов, делает добрые дела для других. В нашем регионе сотни, а то и тысячи таких людей. И мы постараемся рассказать вам о большей части. Благотворители, волонтеры, социальные работники, методисты, педагоги – всех этих людей объединяет одно – они также сильны духом, как и те, для кого они работают день и ночь, без выходных и праздников. В этом выпуске программы мы напросились в гости к реабилитационный центр «Росинка». Центр для детей с ограниченными возможностями создан еще в далеком 2002 году. Центр создан для оказания детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом и умственном развитии, социальной, медико-социальной, психолого-социальной и социально-педагогической помощи, обеспечение их максимально полной и своевременной адаптации к жизни в обществе, семье, к обучению и труду. Центр предназначен для реабилитации детей, в том числе подростков, в возрасте от 3 до 18 лет. В центре рука об руку, как одна большая семья, трудится множество сотрудников разных возрастов, наций, религий. Все они в силу своих возможностей готовы оказать любую помощь. Все, что от них зависит, ради счастливого будущего особенных деток. Я не могу не задать этот вопрос, учитывая то, что мужчин в социальной сфере очень мало. Как вы попали в Росинку? Что вас сподвигло на это, скажем так? Ну, тяжелый вопрос. Очень, очень боялся, конечно, я этой работы. Даже не сколько работы, сколько боялся этих детей. Я боялся, как воспримут. Но на деле оказалось все значительно проще. Дети, такие же дети, как все, но, наверное, часть физических недостатков у них переходит в психологию. Они, наверное, даже более чуткие. И вот отношение к ним и как они относятся, совсем другое. Более чуткие они, чем все остальные дети. Ну, наверное, я был готов к этим отношениям, хотя боялся, я сразу втянулся в эту работу. А сколько уже занимаете эту должность? 2 года. Два года работы. Скажите, пожалуйста, уже, получается, привыкли или все-таки, может, есть какие-то вещи, которые еще все-таки... Вы знаете, я привык сразу. Первый поток, я с какой-то опаской пришел к этим детям и сразу втянулся. Сразу втянулся и безвозвратно, как говорится, уже я влюбился в этих детей. Особенные дети, мы говорим, как бы такое клише стало, но именно в разговоре с ними, в общении с ними познаются, что они особые, особенные. Не просто так, а именно вот отношением, как, ну, вообще любые дети, отношения, они возвращают твое отношение. А эти вдвойне, наверное, возвращают. Очень нравится и с ними общаться, и с их родителями, представителями. Все-таки они немножко лишены общения. Общения. И когда уже по-хорошему к ним подходишь, конечно, они все это и понимают, и воспринимают. В общем, я не жалею, что я пришел сюда. А вот говорят зачастую, что дети очень многому учат. Чему учат вас эти дети? Они, наверное, учат добру. Добру. Очень... Вообще все дети, наверное, добро воспринимают. Я, как уже говорил, это, наверное, чуть-чуть более чуткие. И с ними невозможно фальшивить. Сразу все воспринимают. И вообще, ну, вроде 2 года. И срок, но учитывая то, что у нас потоками, что дети там 4-5 раз в год появляются, у меня как бы свои друзья среди детей уже, которые ко мне тянутся, которым меня уже тянет, я уже себе не представляю вот эту жизнь без них, конечно.
А как происходят ваши встречи? Ну, я вообще всегда нахожусь среди них. Мне все-таки хочется, чтобы, приезжая сюда, а зачастую они же с отдаленных районов приезжают, чтобы люди не теряли времени зря. Я среди них, с ними советую, с ними общаюсь, где они что видели, как люди относятся, какая аппаратура, какое оборудование там, где они ездят. Хочется все это сюда принести. Ну, стараемся, в принципе, за эти 2 года. Вот физиотерапия, лечебная физкультура, почти все оборудование мы поменяли. Угу. Теперь мы хотим чуть-чуть в этом году поработать со психологами, что у них, дать им что-то новое, чтобы они могли лучше работать с детьми. В год центр оказывает помощь сотням малышей. Около 450 деток по потокам проходят все необходимые им процедуры. Причем каждый ребенок проходит курсы индивидуально, а в перерыве между потоками дети могут проходить реабилитацию на дому. Кстати, тоже безвозмездно. Мы сейчас потоки составили с таким прицелом, чтобы через 2 месяца дети приезжали. Это очень важно для их развития, для их реабилитации, чтобы через 2 месяца они в следующий поток приходили к нам. И для того, чтобы им было легче, и нашим специалистам, чтобы вот эти 2 месяца они не сидели просто так, мы запустили программу, выиграли грант у детского фонда и закупили оборудование, вошли в программу микрореабилитационный центр на дому. И вот эти 2 месяца, когда ребенок дома, мы им доставляем оборудование прямо домой. Наши специалисты учат родителей, как с этим оборудованием работать, обращаться, как детей правильно пользоваться. И вот эти 2 месяца, что они дома, они не сидят, тоже занимаются. То есть на следующий поток ребенок приходит уже не какой-то застывший, не какой-то, а уже более подготовленный к следующему реабилитационному потоку. Конечно, это для ребенка хорошо и для наших специалистов хорошо. Очень вовремя вот эта программа была запущена, и мы смогли в эту программу войти. Угу. И она работает? Она работает. Действие вот этого гранта закончилось 30 сентября. Но мы вот для себя решили, что мы не будем останавливаться. Мы эту работу будем дальше продолжать уже как бы от себя. Будем работать. Оборудования много. Оборудование должно работать. Ну и для детей хорошо. А то, что для детей хорошо, это и для нас хорошо. Мы будем продолжать эту работу. Угу. У вас еще совсем скоро откроется стационарная реабилитация. Да. Расскажите, пожалуйста, что это? Ну, вообще, вот это здание, будем так говорить, шикарное, нам отдали с таким условием, что мы откроем здесь стационарное отделение. Что такое стационарное отделение? По нашей задумке, это 20 детей с своими представителями, ну, в основном это уже мамочки, получается, будут жить здесь. Жить и получать и процедуры, и мы будем и для них и досуг организовывать. Это вместо того, чтобы каждый день, допустим, ездить с Урупского района, с Малокарачаевска, Зеленчукского, да и с ближних районов. Все равно тяжело ребенку. Тяжело ребенка поднять, утром одеть, привезти в обед. Мы вышли с таким ходатайством, и министерство наше поддержало, правительство Карачаева-Черкесии. И вот это здание нам отдали, мы готовимся сейчас. Надеемся, что с Нового года все это будет работать. Немаловажный такой и воспитательный, наверное, эффект, что вот рядом дом престарелых, между нами вот переход, зимний сад. Мы хотим там тоже какие-то совместные занятия организовать.
Это хорошо и для наших детей, и для посетителей, жильцов дома престарелых. И им нужна вот детский смех, детское внимание. Ну и нашим детям мы будем учить какое-то почитание к старшим. Опять же, вот у них есть такие мастерицы, которые будут помогать нашим детям. Трудотерапия, кабинеты компьютерных технологий, ИЗО, музыкотерапия – это лишь малая часть того, чем может помочь детям реабилитационный центр. В центре трудится несколько десятков педагогов, методистов и медиков, которые буквально живут этой работой и не представляют себя без нее. Мне нравится, детки мне нравятся. Я с ними в шахматы играю, в шашки играю, в ЧПИ играю. Это мы получаем сами удовольствие, работая с нашими детками. И насколько это возможно, мы оказываем помощь и им, и родителям. И они нам также вот доставляют большое удовольствие, что мы вот общаемся с ними, мы к ним привыкли. И скучаем, когда их нету, вот, ну, до следующего потока, например, по многим скучаем. Сложная работа? Работа сложная. Ну, у нас работники чуткие, работники такие подобранные, чтобы они могли работать с особенными детьми. Если душа не идет, они не могут работать у нас. Только добродушные, порядочные, красивые люди, хорошие люди могут работать с особенными детьми. А для вас лично есть сложности в работе? Да, я уже пенсионер, сложности для меня особенно нету, но по здоровью, если будет здоровье, я еще готов рекомендации давать, помогать учреждению в дальнейшем. Почему? Вот чем вас так привлекла эта работа? Ну, как, множество мероприятий, всяких мероприятий, потому что этим деткам нужно помогать во всем, направлять, профессионально ориентировать в социально-бытовом тоже случае, как жить, социализация, я уже говорил, адаптация в общество. Они часть нашего общества, они равноправные члены общества, они не могут быть обделены чем-то, поэтому вся наша суть, все внимание, все, что у нас лучшее есть, мы хотим, чтобы хотим преподнести этим детям, родителям, чтобы они оставались довольными и всегда говорили о нас только в самом лучшем качестве. А вот скажите честно, поговорим на чистоту, так сказать. Даете волю эмоциям, чувствам, жалко? Это нельзя этого делать. А так у нас есть рекомендации. У меня, как у методиста, рекомендации, как специалист должен все внимание отдавать детям, каким образом работать. Это чуткое, теплое. Самое лучшее отношение к этим деткам. Мы довольны работой, мы работаем хорошо, считаю, и будем работать, продолжать работу дальше. Государство обязывает нас, мы выполняем государственные задания, государственные услуги, мы достойно это делаем и будем делать. Многие из них работают в Росинке еще с начала ее создания и готовы работать дальше, ведь пока в центре слышатся детские голоса и родители довольны работой сотрудников, Росинка будет и дальше обеспечивать своим подопечным счастливое будущее по завершению реабилитации. Здесь я работаю 10 лет. До этого я работала в этом же министерстве, в этой сфере, но в детском доме для детей. В интернате. Расскажите, пожалуйста, как вообще так получилось, что вы перешли работать в Росинку? Как так жизнь сложилась? Ну, так сложилось, что когда открылась Росинка, этот реабилитационный центр, нас с министерства перевели сюда, с детского дома заботы.
который находится в поселке Московский, мы перешли все сюда на работу. Это особенные дети. У нас к ним такое отношение трепетное, и они отвечают тем же нам. Очень радуются, когда сюда приходят. Мы тоже их ждем, радуемся. Есть у нас клиенты, дети с ограниченными возможностями, которые ходят с первого года вот все 10 лет. Каждый год, каждый поток в год 3-4 раза они нас посещают. Ну, я думаю, что им нравится здесь. Мы тоже их ждем с нетерпением. Но это такие особенные дети. Они чувствуют, когда к ним относятся с душой, с добротой и отвечают тем же. Нравится эта работа. Если бы она не нравилась 10 лет, естественно, не работала бы тут. Наверняка очень много времени уделяете этой работе, да? С утра до вечера, наверное, здесь. Да. Угу. А в чем заключается непосредственно ваша работа? Вот что вы делаете? Ну, я начинала здесь сначала работать социальным педагогом, организовывала группы детей, ну и сейчас я этим занимаюсь, поток организовываю, диагностику, потом подбираю индивидуальный маршрут каждому ребенку. Вот у нас работают 3 отделения, отделение медицинской реабилитации, отделение психолого-педагогической помощи и вот это мое отделение, где я сейчас работаю. Работаю заведующей отделения социо-бытовой ориентации, трудотерапии и профориентации. Медицинское отделение, мы все работаем, оказываем комплексную реабилитацию этим детям. Медицинское отделение занимается медицинскими проблемами. Дети там получают массаж, ЛФК, физиопроцедуры. Вот. Отделение психолого-педагогической помощи, там работают у нас педагоги-психологи, учителя-логопеды, дефектолог. И наше отделение – это отделение, которое помогает детям адаптироваться. Ну, мы даем им начальные такие знания, ориентироваться в быту. Ну, в общем, все эти навыки полезны, безусловно. Но лично вам сложно дается эта работа? Нет, я уже привыкла. Как-то. И в эмоциональном плане, и в физическом, да? Нет, совсем не сложно. Ну, мы узнали, когда обращались в собес, взаимодействуем уже около 6 лет точно. Вот. Ходим постоянно, регулярно, стараемся посещать. А раньше какие было. Процедуры вообще? Ходим к психологу, к логопеду, ИЗО, ручной труд, также медицинский массаж, термогидромассаж стоп. ЛФК, вот. Ну, шахматы есть, компьютерные технологии, ну, очень много всего. Ребенку очень нравится. А вам как маме, как родителю нравится? Нам, конечно, тоже очень нравится, потому что, когда заканчивается курс, то мы замечаем такой значимый скачок. И ему интересно, нам тоже это важно, чтобы была какая-то социализация, чтобы он видел других детей. Специалисты в центре все очень приветливые, все очень добрые. Также хочу отметить, что с настоящим директором центр значительно поменялся в лучшую сторону. Он интересуется вообще всеми вопросами, подходит к родителям, спрашивает, что нравится, что не нравится, если что вдруг, обязательно решает эти вопросы. Ну, в общем, нам очень нравится наш центр. Угу. Ну и расскажите немного о том вообще, как думаете, почему важно, чтобы такие центры на республиканской основе были, существовали, развивались? Ну, нам, как мамочкам таких детей, это очень важно, потому что выезжать за пределы республики в поисках таких же центров, это бывает очень затратно. И хочется все-таки реализовать это все в нашей республике, чтобы была максимальная польза вообще для ребенка. Поэтому мы очень рады этому. Для каждого педагога, как и для родителей и самих малышей, каждое достижение подопечных Росинки – это большая победа. Победа над недугами, над мнением общества. Ведь многие до сих пор уверены в том, что у малышей с ОВЗ нет будущего. Мы увидели очень много работ ваших деток, то, что они делают своими руками. Вы вообще любите смотреть за тем, что они делают?
там на выставке вот этим презентируют? Даже до выставок, конечно, у нас все специалисты влюблены в свое тело. И вот на кабинет, и то, что вы видели, когда кто-то что-то делает, сразу ко мне прибегают, говорят, вот смотрите, вот она вот это сделала, или он это сделал. Ну, они радуются, специалисты, вот начало потока, какие они приходят. И вот в процессе этой работы чему-то учатся. Конечно, и друг с другом все делятся. То, что вы видели, это малая часть. Потому что точно так же и родители радуются. И мы и родителям отдаем, чтобы они показывали своим знакомым, своим родственникам, чего они добиваются здесь, дети. А сами дети радуются? Конечно, радуются. Конечно, радуются. Мы часто и захожу, и смотрю. Ну, кто хорошему не радуется? Конечно, радуются дети. Конечно, зачастую родителям и самим нелегко принять правду, смириться с тем, что их дети особенные. Но и в этом работники центра готовы помочь. Ведь важно не просто помочь в развитии ребенка, но и показать родителям, что надежда на светлое будущее их детей есть всегда, вне зависимости от тяжести недуга. Я, честно говоря, не сталкивался. Наверное, кто уже сюда ездит, это все отбросили давно. Ну, я думаю, вообще и отношение и к детям, и к родителям в обществе тоже поменялось уже. Сейчас, наверное, как-то дико даже представить, чтобы родители стеснялись этого чего-то. Это как бы в порядке вещей уже, к сожалению. Тем более, когда есть вот такие центры, наш центр государственный, большой, но много и частных, и коммерческих, некоммерческих. Все делаем мы одно дело. Родителям нечего ни стыдиться, ни стесняться. Если постоянно заниматься с детьми, абсолютное большинство, положительная динамика всегда видна. Надо систематически просто заниматься. Что бы вы хотели посоветовать родителям, которые, возможно, только с этим столкнулись? Это ведь очень сложно совладать с собой, принять сам факт того, что такой ребенок. Ну, вообще, в этом ничего, как я уже говорил, и стыдного, и постыдного, и страшного нету. Это болезнь. Любая болезнь, что это надо лечить, это дальше лечение надо закреплять. Поэтому для этого государство нас создало, для этого государство нас содержит. Мы, хотя называемся реабилитационный центр для детей-инвалидов, мы не только детям помогаем, мы и с родителями работаем. Наши психологи с родителями работают, наши специалисты. В основном родители хотят заниматься, хотят знать, на занятиях присутствуют. То, что специалист делает, если родители дома дальше будут повторять, и для детей лучше, и для нас лучше. Угу. Поэтому все должны знать, мы есть. Я имею в виду, под все понимают этих родителей. Все должны знать, что мы работаем абсолютно бесплатно. Все должны наши телефоны знать. Всегда мы с ним идем и придем навстречу. Это наша работа, и не только работа, это наше внутреннее убеждение. –